Сейчас без масок можно проходить, да? Да, можно. А что, отменили масочный режим? Да. А откуда узнали? Ну как откуда? Приказ губернатора? Нет, ну... Указ. Указ? Да. Вам когда об этом сообщили? А вам зачем это? Ну, мне как для личной информации. Я информацию такую не даю. Он просто объясняет, что сейчас не обязательно носить маску. Если хотите, можете надеть. Да? Конечно. Нет, я не хочу. Благодарю. Все. Вы и раньше не хотели. Во, правильно. Все, спасибо. А, добрый день. Спасибо. Вы тоже тут? Не задерживайте. Кого? Вот люди никого ходят. Никого нету. Ну, никого нет. Вы обманываете? Что я кого-то задерживаю? Я вас, не, наоборот, вас говорю, не задерживаю. А, вы меня? Да. Так вы меня не задерживали. А где этот ваш предыдущий предшественник? Как его там? Лысый? Да. Не работает в выпуске? А, в выпуске. Потом опять придет, вы уйдете, да? Ротация. А, куда поставят, да? Понятно. Можно еще вопрос на чистоту? А где? Вот говорят, что через полгода, через год снова маски введут. Ну, я предполагаю. Вы опять будете гнобить народ или все-таки за народ станете? А зачем нужно делать добро людям? Будете кошмарить? Вы же все так понимаете. Ну так есть же какой-то выбор у человека. Либо исполнять приказ преступный. Вот вы камеру выключите, я с вами пообщаюсь. Народу же интересно, что? Я свое мнение выскажу. Ну так, а может ваше мнение совпадет с народным и вы понравитесь, будете народным героем? Ganz uninteressant, was Sie sagen werden. А, то есть вы что-то там начальство боитесь? Вы что, понимаете сами? Понятно. Ну кто-то же встает, вот, например, я знаю, в Казани росгвардеец стал на сторону народа, перестал гнобить людей по маскам. Ушел, просто взял, написал рапорт, увольнение. Сказал, что я не буду. Примеры-то существуют. Прежде всего, Конституцию Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил. Праве передвижения ограничивает только человека, может, федеральный закон. То есть, получается, вот сейчас, с этого момента я пускаю всех.